часть. Тут. Это пометка его. Да? Че? Заряжать. Что? Аккум. Чей? Мой. Сейчас? Да. Тебе доставать, да? Ну. О, даже с этой штукой. А это откуда? А вот, смотри. Понятно. Он откуда? А вот. Ну, тоже понятно. Хреново. Не очень хорошо. Он откуда? С Европы, нет? Или типа, да. С России? Это вообще же с Европы, наверное. Якобы с немецкого разбора. С немецкого? Значит, так должно быть. То есть он без пробега по России? Ну, типа того. Да ну, как он без пробега по России в таком состоянии? Что-то не ясно. Покажи пробку сливную. Видишь, ее походу не открывали, да? Да это не сливная, это поддатчик, наверное. Сливная где? С другой стороны. Вот это вот. Прикольно, здесь как-то по-другому держится. У тебя старый ты не взял? Нет? Это плохо. Это, конечно, вообще плохо. Прям вообще плохо. Ну так срезать придется, да? Ну фиг знает. Да это не накипь. Так чуть-чуть. Вытрясти и все. Хотя себе в нем песка или чего-то. А вот тут что, сломано вот это? Ну. Это лучше, чем вот это? Ну да. А что, он не вытягивается еще? Ну, все. Подожди, я сам здесь замкну. Все? Дует. Дует. А он к чему-нибудь был подключен? Да. Да? Тут стоит рулюха. Вот такая вот. Российская? Рулюха нет. То есть он как-то отдельно включался, может, с кнопки, нет? Нет, вот здесь датчик есть. От него, да? Ну, да, он к нему. Ну, значит, надо оставить. Думаешь? Думаю, да. А что ты по этому... Ну да, должно быть.
Вот смотри, а Виталя, похоже, разбирал эту колодку высоковольтных проводов. Какую? Вот эту вот. Зачем? Хуйрабу. Ну вот мне тоже интересно, зачем он это делал. Потому что мы вот этот провод точно вставляли туда. И он шел внутри. Вообще что-то какой-то миллиметраж. Ну тут же шланг. Ну и хомут. Ну и снимаем вниз, прокручиваем. Вниз наоборот. Вот так, да. Зажевывает. Ну. Это как-то неправильно. Ну и давай вверх. Как его ставить, потом себе придумать. И что там помпа? Люфтит, да? Ну, небольшой люфт допустим. Может быть, не настолько заметный. Можно мелодии воспроизводить. Что-то похоже она так себе, да? Может быть. Снимем? Кого? Вот эту. Шкив? Ну. И что это даст? Посмотрим, там хотя бы видно, виднее будет. Ну снять-то можно. Все что угодно. Видишь, я пошатал, она люфтит чуть-чуть. Ну как бы машина работает, она вот качает ее. Я так подумал, что это, блядь, что это косяк. Не, ну получается это не в вискомуфте, а в насосе косяк. Вот я про то и говорю, что сейчас мы поставим вискомуфту для веса. Потому что мы сейчас заведем, например, веса не хватает вот этой массы. Инерции не хватает. И она нормально тихо работает. Ставим вискомуфту, она начинает трещать. Мы думаем, что это вискомуфта. Покупаем новую вискомуфту, она продолжает трещать. Тогда выход один. Тогда мы стопудово знаем, что это помпа, что Виталий пидорас и так далее. Но у нас две вискомуфты. Ну надо ставить просто и все. И моделировать. Надо включать зажигание. Да, конечно. И вот он будет думать, что мотор пиздец перегрелся. Ну попробуй. Тебе провод нужен? Дай что-нибудь. Лучше тот. У него острая. Что, видео снимаешь? Но. Я уверен, там только меня и видно. Делаешь видно. Да. Только не заводи. А ты рулюк ты не вставил? Держи тогда.
что-то щелкает, ну, вроде бы щелкает. Где-то плюса нету. Кружухи плюс не подходит. Почему? А, основной? Да. Ну, может быть. Все, выключай, наверное. Ничего. Он не работает. Ну потому что я на него теплом резко не дую. Ну до тебя тоже не дули, хочу сказать. Всегда помню об этом. Всегда помнишь? Да. Ты вообще жжешь. Ну чё, фирменный? Я вот как-то не очень наблюдаю на нём знаков отличий. Ну ты на моторе посмотри. Сделано в России. Качественно сделали. Что, BMW российской сборки, что ли? Калининградской. Калининградской? Кстати, первую серию это где собирают? Там же? Не знаю, наверное. В фашистском стане? Ну, в России. В России? Ну, а Калининград это что, не Россия теперь? Россия. Да не, как в России-то BMW. Просто перетянул и эта помпа наебнулась. Как делать не? А кстати, еще можно было снять вот эту вот штуку и посмотреть, какая помпа. Чьей фирмы. Какую штуку? На помпе было написано фирма? Или номер? Что-нибудь помнишь по помпе? Ну, у меня есть фотки. Помпы? Там уже будет потом понятно. Что? Когда потом? Если помп заведем, проверим, но. То мы тогда снимем и проверим. Ну, я или думаю, Виталий тогда сделает Виталий сказать. Если она сломанная, то она проявит себя. Ну и проявит, и чё? И тогда ее однозначно надо будет менять. Другое дело, ехать к Витали с риском опять сломать крыльчатку, либо тут ебаться. Ну, как бы не тут, там может где-то где-то там ебаться. Это надо опять слить тосол весь. Здесь блока еще причем сейчас. Тогда уж можно проще поменять будет тосол. Хотя, опять же, менять это надо из блока сливать, промывать все. Что? Хепу? Хепу. Очень похоже на хепу. Что? Люфтит? Незаметно, да? Слышно что-то, да? Ну, вообще похоже на новую. А что люфтик-то?
как была. Что там? Да показалось, что трещинок нормального. Что-то он там попилен, да? Да. Может, она была перетянута? А почему сразу? Что сразу? Ну, сначала. Может, была бракованная. А что ты вон, Андрюха, говоришь, что этот генератор плохо натягивается? Вон он же болтом натягивается. Каким болтом? Вон его крутишь против часовой. И? Против часовой, он натягивает? Нет. Как не натягивает? Вон зубчатый болт. Ну, он почему-то не натягивает. Ты что, видео снимаешь? Ну. А там видно, как вот сколько она люфтит? Да, вряд ли. Может быть. Там, наверное, глазом-то не видно. Не, если присмотреться, видно. Ты влево-вправо двигаешь? Да. А вверх-вниз? Ну, оно так же будет. А продольно? Нету. Ну, надо сточить как-то. Давай напилим. У них последнего не особо отличается. Тут надо с напильником, у нас проблемы. А где он был? Это был. Здесь. Я его не наблюдаю. Ну ищи, где ты был. Ты его сюда приносил? Откуда? Так, вот, нашел. На вот еще нож снимаем. Что, может, ножом попробуешь? Ну, попробуй. Не будет ничего лишнее, отрежу. Грубо сначала ножом подрезать, потом напилить. А у родного так же, да, отломано? Не знаю. Че, это Женька сразу не посмотрел? Что? Ну вот этот косяк. Не, он видел. Видел? Да. И взял косячный. Ну он за это и скинул цену. Сколько? 1000? Ну, получается так. Вот эту вообще, я не знаю, надо было бесплатно забирать, она сломанная. Правда, надо было сказать, типа, я не буду забирать ее и все. Эту решетку? Да, ну, кожух. Так он сверху целый зато. Так ну и чё? Чё? Снизу там сломан. И чё делать? Где новый брать? Ну, это не суть важно, главное, что вот им... Они бы пошли, мне кажется, бесплатно отдали. Что я бесплатно там... и достался. Они предлагали. Ну, зато, значит, радиатор за полную цену. 3500 радиатор и 1000 кожух, по-моему. Нифига себе. Или 500 кожух. А вышло 3 за все. Может, маленькую оставить, не? Зачем? Ну, чтобы чисто так шланг цеплялся за нее. Вроде как все. Радиатор установлен.
зашибись. Герметика так прям. Можно и с герметиком. Давай. А, где клипсы-то? Целая вот эта, целая, да? Надо, может, поискать не целые. Какие? Точнее, целые, новые. Ну, поищи. Че, видимо, без герметика, да, собираем? Почему? Ну, то, что мокро там все. Ну, а ты вытереть что не можешь? Ну, давай мне что-нибудь, ебаническую тряпку какую-нибудь. Микрофибру? Ну, можно микрофибру. Ну, жирненько, наверное. Микрофибра, ну, бензином потом обезжирим. Ну-ка, покачай рулем. Заказал. Поперечную тягу, два наконечника. А поперечная тяга идет с шарнирами, да, с шаровыми? Ну, вроде. Можно еще что-нибудь заказать. Ну, вот ее надо поменять. Тут шарнир, который на маятниковый шрифтит, а наконечник вот здесь вроде целый. Ну, конечно, тут надо проверять. Блядь, это хуй достанешь. Дай эту ковырялку. Вообще хорошо застыл. Пулы калининградские, а это нормальное. Как нормальное? А где их собирают? Там же. Да ну. По-моему, да? Обезжиривать не будем? Забеливателем этим идти. У нас все равно только стрёмный бензин. Ну хотя бы бензин. Сколько лет, много-много тачек посмотрели. И вот вы начали выкладывать выпуски. Там, по-моему, и российские, и иномарки даже есть. А что, Андрюх, надо же мазать радиатор, да? А не эту. Ну все надо мазать. И эту, и радиатор? Ну конечно. Как Артемчик? Ну поменьше. Уже резину разлетает. Прям по-любому. Че, резину? Ну... Нет, на самом деле там было очень много грязи. Какой? Ну, я не знаю, я вот у себя выскреб.
Откуда черная грязь? Там ну, герметик. Был белый стал. Герметик, покрыт черной грязью какой-то. Прям вообще что-то немыслимое. Ты возьми тряпку новую и все. Ну, оторви. Достаточно несложно радиатор ставится. Ну, конечно, все недостаточно несложно ставится. Да не сказал бы. Ну как? Че, крути болты, да крути. Че, дай мне еще чуть-чуть. Ну вон вспомню, когда форсунки промывали. Вот. И че? Да. Блин, пробки уже все, хана. Какой герметик. Как ты замотай его этой пленочкой? Дай. Оп. Что, заливать можно? Можно подождать чуть-чуть. Чего? Герметик чуть-чуть схватит. Ага. Дай ручку задержки. Это у нас там водитель на работе. Толстенным таким, притолстенным, наверное, 2-миллиметровым слоем герметика намазал, здесь все патрубки, все это слепил как-то, собрал и сразу же залил. Залил, завел. Завел сразу. Это, начал крутить ее, ну, чтобы, типа, пробку выгнать воздушную, да, вообще жесть. И что было? Ну, не знаю, вроде работает. Ничего вроде не было, значит, работает. Ну правильно, у него же газелька. Газель работает всегда. Газель будет круче БМВ даже. По мнению водителя газели. Почему? Ну типа хорошая машина. Да? Надо газель брать. Не почти в любом, на энергетической где-нибудь продается. Пружинная шайба называется вроде как. Ну это какая-то совсем легкая фигня. Не то что твоей, да? А мои как накручиваются-то? Моя же сюда не подойдет, да? Ну это конечно там 4 болта вот. Ну вот на те 4 болта. Да ну вряд ли. Ну как бы она... Вообще есть шанс. Не, нету шанса. Нету да шанса. Она подойдет. Дырки у нас подойдут. Не знаю, мне как-то больше красный нравится антифриз. Он сюда не подходит? Да он даже мне подходит.
ты просто петь не знаешь об этом. И то есть, по идее, тот должен быть тоже, я читал, что он G11, ну, удовлетворяет требованиям G11. И вот непонятно, почему он в таком хорошем состоянии у Тойоты была. Потому что это Тойота. Понимаешь, Тойота. И чё? Тойота делает очень хорошие машины. Угу. Одни из лучших машин. Ты не сравнивай Тойоту и какую-нибудь там BMW. Здесь же какая-то там резьба, да? Обычная. Ну, обычная левая резьба. Что за ключ такой? На 53, что ли? Ну, может, зеркально там ты как-то смотришь. Да не похоже. А так надо было без вискомуфты завести, не? Почему? Проверить. А какая разница? Че ты проверишь? Все, заливай. Вот еще две лопасти выломать. Туда свети. Так туда же надо. Вот. Не, вот, вот так. Тем, когда свечи, прям шьян такая. Люминесцирует. Вся целиком горит, как будто бы. Mm-hmm. Ну, тебя маломощно. Ну, обосрать. Ну, плюс это, она не такая, как та. Та прям ядреная. Ты лучше вот сюда свети, за уровнем свети. Да не видно. Бог посмотри.
Наверное, хорош. По стрелочку? Ну, по полоску. Здесь отравимся? Конечно, отравимся. Открывай. Я думаю. Че ты там снимать будешь? Просто звук. Что, заводить нет? Ну да. Где-то откуда? На это положение. Это вообще пиздец. Пробки нету. Какой? Воздух. Может, конечно, пока еще термостат не открылся рано, но все нормально. Да ну тут вообще какая ничего нормального нет. Не у меня, надо спрашивать. А что, твой фотоаппарат все отснимал? Ну давай быстро проверяем тогда. Кого проверяем? Вискомуфту. Его можно сейчас раскрутить до 5000? Ну. А? А если еще прогреть малину? Ну давай быстрее тогда, пока с ним все не вытекло. Держать реально? Да ну как? Никак, да? Ну. Блядь, что вы сделаете-то? Ну как бы, если прям обоими руками обхватиться, ну это пиздец. Нисколько не безопасно. Не знаю, если я еще как подмогну. Нас вдвоем, блядь, намотает. Тряпки взять, да кинуть на нее.
думаю, ты ее не удержишь. Сейчас она нагреется. Думаешь, должна. Так она так и схватить может, как когда перегреется. Вряд ли она сильно схватит. Как вряд ли-то, ёпты, она вентилятор много включает. Как, резко? Да. Держишь? Ну, держу. Ну да, она вообще легко держит. У меня сейчас перегреется, нет? Сколько там? Почти синяя зона закончилась. Еще можешь пока отпустить. Смотри, отпустилась. Она когда ровно стоит, вообще нисколько. Начинает сейчас куда-нибудь задавливать, она дергается. Но это неправильно. Неправильно? Вышла из синей зоны. Вот, я ее вообще одним пальцем удерживаю ровно. Сколько сейчас? 78. Сколько? 78. Давай, а? Давай, крути его. Давай. Давай. Давай, до пяти. Все, пробовали.